и я рад приветствовать любителей фана и отсылок на канале Тамаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем собирать много всякого вкусного, исследовать много всего интересного в игре под названием Epic Battle Fantasy V. Ну что ж, дорогие друзья, вперед! Кто вперед, тот самолет. Как говорили раньше, я понял, почему я не могу напасть на этого персонажа. Ну не то, что персонажа, я могу сундук достать, потому что, оказывается, надо было убить этого персонажа, и там легкий обход. Я его просто, видимо, раньше не заметил. Тут я тыкнул и увидел такой момент. Давайте по-быстренькому сделаем магию. Магия молчания. Магия молчания и немножечко отчаяния. Вот у нас не огнем, конечно, мы бьем. Вот это я зря. Неподготовленный молодой человек. Так, далее. Минус. Я даже не чувствую ничего. Ну все. Мы сегодня с вами пойдем по прогулочкам, по разным местам, где нужно было нам с вами поджигать пламя, чтобы исследовать нужные мне локации. Мне, кстати, написали, что я что-то там забыл все-таки в итоге возле босса вулкана, где раньше был босс вулкан. Я так и не понял, что конкретно, потому что вроде там я все исследовал. Чего я там мог забыть? Ну да ладно. Я, наверное, схожу туда, ну так, чисто за кадром проверить. А вдруг действительно? Такое же бывает. Давай, хоп, по всем. Ребятки в шоке. Один убегает. Так, что нам тогда лучше сделать? Давай-ка, наверное, поставим вот так. И я немножко кастану на уворот. Топал бы ты отсюда, мелкий. Давай защиту дадим. Дадим магическую атаку у Ланса, да? Это будет вот такая вот магия. Подготовим, как говорится. Ну и жахнем. Помимо взрыва у тебя там что еще? Вода, тьма, лед. Дадим взрыва тогда. Держи, держи. Иди домой, парень. Тебе здесь ник... Какой хитрый все-таки, а, без лап. Так, надо продумать тогда момент. У нас сколько осталось до того, чтобы немоту еще раз можно было заюзать? А, мы уже можем. Опа, котейка увернулся. Ну, что могу сказать, без лап. Походу, ты умрешь сегодня еще раз. И неужели ты выжил? Ах ты, подлец. Взрыв. Ну давай, ладно, жахнем. Я думаю, что без лапа-то мы... А, нет? Прости, без лап. Я не хотел. Ну, точнее, я хотел, ты сам понимаешь. Мы к этому и шли. Да простят меня другие товарищи группы. Иди пожалею. 9 жизней у тебя все равно. Ты у нас бессмертен, дорогой мой друг. Воскрешаю, моя прелестница. Так, ладно, не, давай его уберем, наверное, все-таки. Еще раз. Ничего вас не спасет, как говорится, ребята. Никто не уйдет. Это принципиально. Мы не будем отпускать всяких предательских наших нас. Понаделали, понимаешь, кукол. Потом наводят шороху в городе. Про нас потом плохие слухи летят.
никто не уйдет. Смотри, еще один билетик нашли. Я думал, билеты больше попадаться не будут. Смотри-ка, они есть. Давай сразу заценим, может, здесь что-то еще спрятано. Так, вроде здесь ничего нет. В это место я, наверное, пойду в самый последний момент. Сейчас мы с вами посмотрим. У нас с вами есть место одно вот здесь. Не, подождите, где? Не здесь. Где у нас там? Ага, вот здесь. Ну, тут, наверное, просто разожжем огонь, и у нас будет с вами сундук дополнительный. Я думаю, что больше его не будет. Мне больше интересно другое место. Где-то тут еще было подземелье. Где-то оно было, короче. Оно, по-моему, где-то было то ли вот в этом городе, да? Мы здесь сможем с вами открыть... А, нет, на кладбище было, да? Вот где-то вот здесь. Нужно будет разжигать, чтобы пройти прогуляться. Да-да-да-да-да-да-да. Туда и пойдем. Все, вперед. Давайте зажжем. О, я же говорил. Будет просто сундучок. Неплохо, довольно нас неплохо бафают. Можно, кстати, пойти понапокупать себе тоже вот этих всяких вкусностей. Магазин тут рядом. Здесь, да, продаются стероиды. Купить еще немножко стероидов, так как денег у нас полным-полно. И после этого я пойду далее. Ах, да, все верно, ребят. Здесь же надо было разжигать. Про это вы, наверное, имели в виду, да? Отлично. Неплохие ресурсы, между прочим. Так, вы, наверное, это и имели в виду. То, в принципе, больше уже ничего нам не нужно, да? У вулкана были ништяки. Отправляемся дальше. Какой все-таки трек здесь прикольный. Мне вот больше всего нравится из всех, наверное, которые я слышал. Ну, может быть, не из всех. Просто вот сейчас я прям услышал, и мне опять вспомнилось, и накатывает отличный трек, по-моему. Так, ну что, я нахожусь как раз в одном из самых опасных мест. Ты посмотри, да мы тут просто будем купаться в богатствах. А как до этого добраться? Сундука. Может, тут где-то есть проход? А? Море крови, орудие пыток. Погода сегодня очень плохой день. Так. Может, надо что-то где-то сдвинуть? О, точно. Возможно, какая-то система. Ага, ага. Здесь так склизко. Я не слышу, как кто-то ползет. Или я слышу, как кто-то ползет. Слышу. Вау, печеньки. Кстати, насчет стероидов. Там не получилось их прикупить. Там не те стероиды, которые нам нужны. Это не те дроиды, которые нам нужны. Так, посох, вау. Так, маленькая лаборатория на палочке. Накладывает случайный статус на цель. Увеличит вероятность наложения статусов. Я понял, в чем фишка. Мне, кстати, ребята пояснили, почему считали, что этот лук, например, да, я так понимаю, что как этот посох, они крутые. Потому что раньше, видимо, когда ты бил по противникам, да, например, АУЕ уроном, на каждого противника накладывался рандомный статус. То есть ты мог несколько атак произвести и мог накидать там кучу всяких статусов. А теперь, типа, видимо, да, что этот статусный эффект, он работает всего лишь один какой-то, например, да. Ты кинул там, грубо говоря, на всех лег один статус, а не рандомный. Наверное, поэтому это не такая имба, как была раньше, но сейчас я так понимаю, что он тоже неплох. Так, ну давайте посмотрим. Я хочу просто взглянуть на это, дайте мне взглянуть. Посох, 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 посох. Я что-то упускаю, упускаю. Ага, вот он. Вау, шикарный. Прикольная, прикольная задумка. Интересное очень оформление. У-у-у, я не хочу отдавать. Они же клевые. Алло, вот это мне вообще нужен. Не. Фигу вам. Я не согласен. Интересно, зачем я вот эти штуки двигал? Я что, больше ничего взять не могу? Ладно, давайте мочить козлов и валим отсюда. Я, кстати, думал, что здесь будут жить культисты, и мы сможем у них получить еще одну сферу. Но это как бы оказалось моей ошибкой. Такого здесь нет.
Так, они боятся света. Вы чего боитесь? Вы боитесь тоже света. Все боятся света. Тогда валим. Потому что мы не готовы. А теперь готовы. А, ситуация повторяется. Отлично. Ситуация-то повторяется. Держите. Не сказал бы, что я вас не хотел обижать, но... Если бы я так сказал, наверное, я бы вас обманул. Конечно же, хотел. Не-не-не-не-не. Вот это мне. Да, по всем. Кому-то явно повезло меньше. Так, ну и у меня есть... Светлой атаки как таковой нет. Можно, кстати, было бы лимит как-то использовать, что ли. У нас есть тьма. Шикарный лимит, который хилить будет их всех, походу, да? Так, поджигает, как к огню там относитесь. Да типа вам пофигу, да, я так понимаю? 50 защиты. Давай, нет, ну давай, нет, давай сейчас. Просто хочется посмотреть, и чем быстрее восстановится, тем лучше. Ну и плюс ко всему, у нас ачивмент не готов. Мочи не тем лимитом, чуть я не мочканул. Вот этим лимитом надо было. Мочи. Я вызываю. Фу, фига. Вот это круто. Неоновая валькирия, царь бум. По моей позиции сейчас же. Нормально, мало помнули. Мы будем в порядке, просто сделаем пару шагов назад. Не, подожди, она же должна была продамажить огнем. Почему нас не задамажили? Я что-то не уловил, наверное, какой-то момент. Но мы такое не видели, это в любом случае хорошо. Давай, кто там еще? Кто еще хочет потыкать в нее? А? Попробуй, потыкай. И она тебе ответит. Ну, а на этот раз тебе... А вот и радиация пошла. После взрыва. Не, ну это прикольно, конечно, придумано. Тут ничего не скажешь. Это продумано классно. Свет? Нет, это молния. Но свет у меня... А, свет же есть, да. Во имя света! Выводите следующих. Так, эти магические, да, защиту вроде как? От магической. Отражает весь, получаем... физический урон, извините. Перпутал. Так, ну у нас... нам надо начать этих козлов убить. Иначе мы не сможем ломануть их. Давайте будем бить тогда в одного. 80 тысяч, как это больно, как это вкусно. Вкусняшки. 27, ну давай, ладно. Хотя думаю, то, что надо, это перебор, да? Господи, ты сейчас нас всех убьешь. А нет, не убьет, ладно. Тихо. Бум. Вот пошло ускорение. Ускорение пошло. Я готов жарить. Намертво просто. Пригвоздили паренька. Так, а что, у нас еще атака, что ли? А, ты бьешь. Ну, давай тогда сменим тебе. Я мог бы, конечно, убить, но я лучше похилю. Все-таки у нас тут ребятки немножко побиты. Это был единственный шанс. Твой шанс. Что-то хотя бы сделать против нас. Глупое зеркало. Ищу способность, ладно, она явно не здесь. Давай просто обычные, что я долбану. Мои обычные так и убьем. Отлично. Хоп-хоп. У-у-у, темная материя. Там, по-моему, кто-то на нас глядит, нет? Не показалось? Не могло показаться. Такое чувство, что там кто-то моргнул в темноте.
Так, надо немножко подождать, чтобы у нас ХП восстановилось, и мы с вами рванем прямо вот на этот вот отряд. Я думаю, там точно такой же отряд. Ладно, хватит. Хватит ждать. А, нет, тут пострашнее будет чуть-чуть. Ну, буквально чуть-чуть. Убьем вот этих. Ну, естественно, к этим унитазам примемся. Они очень похожи на унитазы, на какие-то. Очень тяжело, мне кажется, подобному существу жить где-нибудь под открытым небом, потому что если дождь пойдет, у тебя будет весь рот мокрый постоянно. Ладно, не о том я думаю, давайте убивать. Пришло время убивать. Так, вот я сейчас-то готов, в принципе, к магии. Магия. Магия. Так, ну и, конечно, у нас будет Мэтт вытворять всякое. Давай, Мэттушка, мочи козла. Эх, чуть-чуть, там 2000 осталось. Ну, 2000-то, ну, 2000. Отступил. Воу, это что такое, это что такое? Ну-ка, 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 ну-ка. Проклятая земля, есть шанс получить приговор. Между ходами... Так, невезение плюс приговор равно смерть. Что-то как-то... Что-то как-то пугающе. Так, мы можем, в принципе, снять с себя эту всю пакость. С одной стороны, минус защита. Позволит нам лучше жить. И, наверное, это нормальный вариант будет. Давай снимем. Не нравятся мне эти дебафы. Так, ну а теперь? Теперь держи. Раз. Два. Пирогас. Так, на нас вроде пока еще проклятие не легло. Проклятие старого дома. Поселились тут всякие. Кстати, еще у нас там за лимиты, да? Мы все эти видели. Очканем. Это хорошая атака. Давай, там если еще сверху. На, и сверху не было. Жалко. Появилось бы еще сверху, там еще 100 ракет бы прилетел. Опять минус защита. Ну давай хилиться тогда, что делать? Раз они такие подлые существа. Не уверен, что... Хотя могу пробить. Пробил. Фу, на 16 тысяч. Фига. Держи-ка вот это. Как я люблю эту атаку. Она прям меня очень сильно радует. Так, у него осталось 100 с лишним тысяч. Мы если все вместе на него навалимся, мы его убьем. Тут даже ничего не надо. Никаких хитростей. Никаких хитрых атак. Просто тупо убить и все. Если не промахнемся. Отлично. Да, опыта теперь у нас много, но все равно уровень-то нужно брать. Ага, вон призрак там ходит какой-то. И алло! Да ладно! Серьезно, вы не шутите. Бежим! Нам бы как-то восстановиться. Вот это подстава была сейчас. Я-то вообще сюда... Ага, ну-ка. А ну выходи, мы тебя видели. Вау, серьезно? Ууу, в натуре, ты посмотри! Я-то думал, я был прав. Тут череп чей-то.
В натуре, в арматуре. Тихо. Мне не стоит об этом думать. Так, о чем-то он думал, я пропустил. Вот как всегда. Кошак, что мои мысли читает? Кот, видимо, что-то понял. Ладно, потом пересмотрю. Привет. Пока. Мы к вам позже. Нас там Спрут ждет. Выходи давай. Ладно, будем драться с тобой. Чего там ты боишься-то? Природу, я помню, огонь, да? Огонь и природа. Огонь и природа. Будем соединять эти вещи вместе, и это будет проблема. Нифигово так-то он лупит, конечно. Похилились. Ага, ты умрешь через 3 хода. Сынок. Так, ну давай, наверное, я Ланса поставлю вместо нее, пускай она там перестрахуется на какое-то время. Тем более Лансу надо набивать. Его лимит. Так как мы его утеряли в боях за славу. У меня есть огненная атака. Можно этой, конечно, вжарить. Периодический урон на него повесим. На тебя можно же повесить периодический урон? Можно. Держи. Спасибо. Ты не ожидал, да? Что все так сложится, друг? Друг Спрут. Немножко огоньку. Держи. 33, еще горение. Ай-яй-яй-яй-яй, как тебе не везет? Ой, как тебе не везет. Так, что бы еще там тебе? Чем там еще можно гулять-то? Природа и земля тебе не нравятся. Да? У нас есть земля, в принципе. Это не такая земля, которая обычная земля, но все-таки земля. Как-никак. Природой. Ну, можно и природой, да. На тебе природа еще. Яду тебе сверху. На. Понюхай гаску. Как говорил черный плащ. Вот и все, друг. 3 хода и до свидания. Мы тебя предупреждали. И чё? Никакой награды, серьезно? Ну где там призы ваши? Я не знаю, там дайте что-нибудь. А я могу здесь, кстати, так открыть? Нет, здесь нельзя. Ну-ка. Тут хитрость нужна была. Жизненная. Опа! Опа, поймал тебя! Маленький засранец. Тут хитрость нужна была, поэтому я первый раз не заметил. Так. У нас ураган здесь. Ураган это что делает? Так, есть шанс получить рассеивание между ходами. Значит, накладывать на них что-то вообще смысла нет. Боятся ли они, интересно, призраки эти боятся, нет? Могут бояться, могут сагрессивничать, да, тут непонятно. Проверим. Может, одного убьем хотя бы? Для верности. Молния, воздух, природа. Молния, воздух, природа. Так, молния, воздух, природа. У нас все это есть. Что вы выбираете? Воздух, природа, молния, все. Что хочешь? Что хочешь? Хошь? Хошь, не хошь, держи. 40 тысяч невесомость. А ты с природой как, ты нам хилишься, да? Ты хилишься, нет, тогда тебе не дадим. Так, воздух. Молнии. Молниями давай дадим. Добьем птичку. Давай в одного вжарим все-таки. Предлагаю жарить. Ну что там, разбежитесь. О, да, 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 да. Отлично.
Мэтт не отпускает. Мэтт не отпускает и не прощает. А, у него... А, вон оно чё. Такая тишина, аж даже напрягает. Только этот гул. До свидания. Ладно, хорошая атака, в принципе, врезал. Мало того, что он нас похилил, хотя нам не особо это сильно надо было, но, по крайней мере, хотя ветром ударил. Спасибо и на этом. Спасибо. Так. Ветер, электричество. Ну, электричество. Ой. Электричество давай. Вирус, серьезно? Вирус папирус, он еще и отпился. Маленький проклятущий. Готовлю атаку. На 40 тысяч? Давай. Там даже больше сейчас даст, смотри. Хопа, срезали. Как с куста. Смотри, собака выжила. Так, берсерк, может эти убегут? Да, эти убегают, смотри. О, да тут все отступают, парень. Я бы на твоем месте валил бы отсюда. Потому что сейчас начнется что-то такое, что тебе явно не понравится. Вот, например, твоя смерть. А, веселье ради жах. Знаете, типа саечка за испугом. Оно разбежались, шантропа. Вот, новые уровни, вот это да. Надо бы все-таки потом сходить в деревню и прикупить себе еще кучу всяких стероидов. О. Опять это ваша азбука Морзе. Тут больше ничего взять я не могу. Притырить, как говорится, у вас здесь чего-нибудь полезного. Вот это вот неплохо, неплохо. Так, далее. Тут ничего, тут ничего. Следующий проход. О-о-о. Кряква местная. Ну давай, крякушка. Так, вот эти явно у нас будут агрессивничать, да? От них надо наваливать. Нашей Натали. Не, ну без музыки как-то совсем страшно. Убивать будем вначале этих чувачков. Это было бы, наверное, правильным решением. Так, помимо этого, чего вы еще там боитесь у нас? Боятся света только и льда. А льда-то у нас и нет. Фига. Тихо, я сказал. Я тихо сказал. Ты домой не хочешь? Ты же почти умер. Иди домой. Мальчик, пойдите проспитесь. В конце-то концов. Так, ну вы вынуждаете меня. Ладно, не будем применять один скилл ради... Давай, короче, вызываем. Я вызываю Натали. Сила света! Ну что, птица? О, ну я понял. Я понял, на что вы, как говорится, намекаете.
Ваш намек мне ясен. Так, что там пернатая боится у нас? Пернатая боится у нас молнии и льда. Ну, на тебе льда, на тебе молнии, как говорится. Я могу все дать, а что больше? Льда или молнии? Молнии или льда? Молнии. Держи молнии. Кстати, льдом, может быть, я смогу ее контролить? Как ты думаешь, смогу ли? А ну не ори. Сразу еще и немоту на нее. Странно, да, получается, мы не смогли на нее наложить заклинание. Зато ошеломление, пожалуйста. И оглушение. Еще раз давай. Эх, жаль. Ты нашим вам это не пробьешь, ядрёна вошь. Так, давайте похилимся. Я думаю, что время пришло. Где там мой хил-то? О! Осталось 85 тысяч, между прочим. Птица. Я бы на твоем месте шел домой. Жбонь? Ага, ага. Берсерки пришли. Нервничаю сразу. Же, господи, ну как больно-то, а? Ну как больно-то? От этого психованного надо сразу заглушить. Мсти ему, дорогая моя. Я позволяю тебе нанести ему смертельный удар. Жбоньк, саечка. На 50 тысяч. Удача на нашей стороне. Тебе не повезло. Эх, нет, тебе повезло, зараза. Как я посмотрю. Ладно, давай тогда мы, наверное, сейчас так сделаем. А, где там наш... Забафаемся. Раз. Два. Ждем гостей. Давай, выводи. Кто там последний? Ууу, еще дракон. Минус атаку. Да ты оборзел. Минус атакус. Кусакус. Так. Нас это как-то совсем не устраивает, я тебе скажу. Минус атакус. Вот этого давай убивать. Свет! Озари! Так, мы в шоке, я смотрю. Ланс в шоке. Ладно, Ланс, иди отдыхай. Мы тут сами справимся, как говорится. Атакус сатанакус. Так, ну что там ты у нас, как говорится? У тебя вода, лед. Насколько я помню, кое-кто очень часто замерзал. Замерзни. Ах, зараза такая, смотри-ка, без разницы, не займу. Водолёт. На воды. Радуга такая. Прикольно. Так, еще раз на воды. Туды-сюды воды. Воды. Влага. Ну и конечно же, отвага. Там, где влага, там и отвага. Стреляй. Заморозь. Да он же морозился раньше. Что ты? Ну, а, у меня 70%, ё-моё. Что-то, видать, я свои силы слишком чересчур переборщил. Так. Ну, давай похилимся. Хорошо. Я готов на хил.
Нам это не так страшно. Так что нас не напугать. Тогда лед, сынок, раз тебе нельзя так, да, будем бить льдом резать. А тебя водой, наверное, будем шлепать. Не интересно, сколько я водой нанесу. Поинк. Воды-то побольше, но тут кританула вроде, да, хотя, может быть, и не кританула. Сложно сказать. Держи еще льда. 70 тысяч, фига! Я хорошо вжарил. Под бафами, да? Лед. Оп. Лед. Оп. 70 тысяч заморозили. Ли-ли-ли-ли. Что будем делать в это время? Не, ну мы можем забафаться, в принципе. Ну давай, наверное, себе вот так вот сделаем. На всякий случай. Перестрахуемся. Неохота сбивать у него эту штуку, сами понимаете, да? Вот и все. Был дракон, и нет его. Больше сына твоего. А вот и изумруд жизни. Какая же жизнь теперь после того, как изумруд был утерян? Да, ребята, вы не шибко разговорчивые. Хотя там ребята мне писали в комментариях, да, о том, что они конкретно говорят. Потому что кто-то это все переводил, сидел, вы знаете. Кому-то это было реально не то чтобы не интересно, но это в принципе любопытно, да, потому что ты не понимаешь, о чем идет речь, а узнать хочется. Я думаю, что наверняка и это кто-нибудь напишет, я потом почитаю. Ну, спрятали это довольно грамотно. Ладно, мы нашли. Так, что у нас там? Один мы уже воткнули, насколько я помню, да, важные, давайте посмотрим, важные, важные. Один воткнули, один мы имеем, два имеем, то есть мы уже можем открывать, в принципе, устанавливать это все. Но, как я понял, что в этом храме, вот за счет вот этих вот ресурсов, самые жопные там какие-то испытания. Так что туда мы пойдем после. Давайте никогда не будем туда возвращаться. Так тому и быть. Это были всего лишь люди в масках. Не о чем так психовать. Но почему они были в масках? И зачем им все эти черепа? Может, они просто ролевики? Да-да-да, ролевики. Некоторые люди любят наряжаться в странную одежду и заниматься фигней. Как мы, в принципе. Мы тоже одеваемся, смотрю, в разные одежды и занимаемся фигней. Так. Давайте теперь подумаем, куда нам там еще можно было сходить. Но, в принципе, мы нашли камни, которые нам необходимы. Я вот уже не помню, где еще можно было разжигать факел, чтобы что-то открыть. Надо будет всю карту, наверное, прочесывать, чтобы хоть чуть-чуть понять это. Я уже, к сожалению, не помню. И вот тут мне интересно. Сюда, наверное, сейчас я схожу, посмотрю. Я там должен все 4 сферы устанавливать или какую-то одну, чтобы что-то открыть, я не знаю. Тоже любопытно, потому что здесь тоже что-то есть. Туда нужно сходить, погнали. Кстати, между прочим, я нашел место, где я еще ключ могу применить. Тот, который я нашел. Опа! Баночки с певчанским. Чуть-чуть стероидов. И покупки стероидов. Где у нас тут? Кто тут торговец? А ты? Купим кучу всего. Вот этот гриб, интересно, могу поюзать? Я возьму, наверное, всего и по чуть-чуть. Я купил всего по одной порции каждого. Но я хотел купить по две, но на две я бы вообще остался. Мне бы не хватило, во-первых. Потому что они уже по 64 тысячи стоят. А во-вторых, ну, это бы все мои деньги вообще просто тупо съело. Я не знаю, может, они где-то мне еще пригодятся. Хотя думаю, что мы уже все оружие скупили. Уже, думаю, вряд ли. Все другие магазины я с оружием видел. Поэтому ничего, я думаю, новенького я здесь не добуду. Так, давай посмотрим по поводу предметов. Важно, что у меня еще есть. Есть ли ключи? Ключей нет. Ключей нет. Ну, как бы типа все. С квестами. У нас есть еще один шар, надо где-то добыть. Нам нужны бутылочки. Для бутылочек нам нужен... А, скотч остался. Все? Серьезно? Слышь, надо идти покупать скотч и сдаем квест.
Так, смотрите, а у нас мы так много сейчас с вами, мы еще 2 квеста закроем, 2, ты прикинь. С такими воинами, как вы, мы одержим победу над войне со злом. Мы умение получили, раз. Давайте сразу же посмотрим, что за умение такое. Что это за умение такое? Это вот оно, да? Снижает точность всех врагов. Высокая точность перезаряд, снижает точность. Они будут мазать. Это, кстати, хорошее умение довольно-таки. Но для кого оно? Для Мэтта... Ну, можно, в принципе, для Мэтта, для Ланса. Можно Лансу поставить. И либо Натали. Но у Натали, мне кажется, там и так переизбыток всякого. Давай вот это поставим сюда и прокачаем сразу же. Ой, все? Не успел разогнаться, господи. Что ж такое? Так, теперь что у нас? Высокая точность. Тоже все то же самое. Минус 100% дебаф, как бы, да, 100% дает минус 30 точности. А это ведь круто. Жалко только, что на одного. А, всех врагов. Нет, всех. Это на всех. Блин, так это вообще огонь. Фу-ху-ху. Так, ну все, у нас 2 квеста еще и надо сдать. 1, 2. Идем туда. Опачки, я там слышал звук. Я только вышел, сразу начал кто-то стучать. О, вот, смотри, он поставил. Чистокол сразу, копья натыкал. Они готовы к войне, ты знаешь ли. Красносочник выстоит. Мы дадим отпор монстрам. Город защищен. Вы можете безбоязненно идти вперед. Молодцы, молодцы. Был только стук молотком, короче, и они типа построили. Мы только вышли. Что? Вы нашли звездный жемчуг. Я смогу вернуть свой дом. Смотри-ка, нам дали Грааль. Ну, нам просто дал кучу разного ресурса нужного, причем очень даже дорогого. Так, пойдем, выйдем, посмотрим, он вернет свой дом, нет? Он, по-моему, передумал. Просто гора золота, золотые обломки какие-то, куча всяких кристаллов. Мужик, упс, кажется, я пожадничал и загадал гору сокровищ вместо дома. Не беспокойтесь, я воспользуюсь ими разумно и вложу в биткоин. Мошенник, сдохни! Да мы могли бы пожелать, чтобы был мир во всем мире. Ты загадал самое тупое, что можно было загадать. Лол, сорян. Ну, знаете, бесплатный сыр только в мышеловке. Или что там в таких случаях говорят? Вот урод. Не, ну вы знаете, нельзя было загадать мир во всем мире. Кто смотрел жемчуг, да, этот, такого загадать нельзя. Можно загадать только то, что по силу великому дракону. Вот. То, что переходит границы его силы, он, естественно, выполнить не может. Он может воскресить мертвых, он может, ну, то есть вернуть, да, из загробного мира. Может какие-то вещи там дорвать силу, но не может, да, взять, например, и создать мир во всем мире. Это неестественно для самого мира, для самого существования. Человечество, да и не только человечество. Самое прикольное, этот золотой пингвинчик у него стоит. Но Гоку, конечно, отмочил. Что ты скажешь? Молодец, порадовал. Это так ему не свойственно. Ему вообще... Гоку вообще ничего не нужно было, кроме силы. Он жаждал только силы и сражений. Он никогда не жаждал чего-то мирского. Ему до него было вообще без разницы. Здорово, дружище, с этими бутылками я смогу уплыть отсюда. Я не хочу подохнуть на этом забытом богокошкой континенте. Я вам покажу одно последнее движение, прежде чем умотаю. Это умение, да, у нас хочет обучить. Дремлющая сила, лимит. Наносит огромный физический или магический урон всем врагам, или магический, как это он выбирает, интересно. Тип урона зависит от... от большего параметра атаки, понятно. Стихии и эффекты зависят от выбранного оружия, высокая точность. Ну и куча вкусняшек. Так, интересно, какой он нам хочет показать? Ну вот, наверное, про лимит он нам просто, да, сказал. Давай посмотрим, на кого этот лимит может лечь. Ну и отлично. Потому что у Мэтта меньше всего, кстати, по лимитам. Давайте сразу качнем.
максималочка. 480 ум, это, кстати, по поводу стат. Давайте посмотрим. Статы, параметры. У кого больше всего, кстати, интересно стата? 1195. По-моему, у Натали было больше всего. 1400. 1200. Ну, кстати, Ланс довольно слаб в плане статов. Очень слаб. Но, в принципе, неплохо. Пускай будет у Мэтта, потому что Мэтт, ну, Мэтт мочит, что могу сказать. Тут, наверное, все еще зависит, кстати, от вещей, да, от усилений каких-то там и тому подобное. А ладно. Чайка. О, господи, фу, ты, блин, опять напугала. А она как так делает? Я все время ожиглана дергаю, чтобы она меня напугала. И она, у нее это удается, я все время шарахаюсь из нее. Это угарно. Это всегда неожиданно. Так, ну что? Что нам осталось сделать? Давайте подумаем, что у нас еще есть. У нас с вами есть возможность сходить вот сюда, наверное. Давайте я схожу, наверное, посмотрю отдельно. Если там что-то можно будет придумать, то мы вместе посмотрим. Если же нет, ну нет, так нет. И двинем тогда дальше, я думаю, пойдем вот в эти пещеры. Пришло время там что-то делать. Но это, наверное, финальная будет часть, где мы сможем с вами раздобыть еще одну сферу. А где вот еще одна сфера, вообще непонятно. Ну ладно, будем искать. Погнали. Ну да, ребят, тут все четыре сферы надо восстанавливать. У нас двух еще нет. Но я думаю, что одну мы добудем. А вот что с остальной делать? Последний там какой-то, я не знаю. Тут, возможно, будет огня, что ли, сфера. Или что там? Не огня, точнее всего, огня мы добыли. Что у нас там осталось-то? Земля и воздух, наверное, да? Вот здесь, по-моему, земля, вот здесь, по-моему, что-то другое. Это тоже земля. А здесь это что? А, природы. Пока непонятно. Но будем искать. Ладно, отправляемся туда в пещеру. И в пещере будем буйствовать. Нам еще как-то надо пообщаться Так, что это было? Это что-то видел, что-то щупал. А, тут драться надо. Нам надо будет еще пообщаться с этим, с древним божеством, типа Одина, что-то в этом духе, да, который стоит там в местном лимбе. Может быть, он нас пропустит, или я не знаю, он говорил, что мы пока еще не готовы, но может быть мы уже готовы, я не знаю. Так, электричество, ветер и лед. Электричество, ветер и лед. Жарим так, дадим музыки. Льда дадим. Так, птички, разбегаться не хотите? Я вот сделаю так. Я тебя кусну сейчас. Зубки-то твои не казенные. Помни об этом. Жбонь. До свидания. Как я вас не люблю. Вот они мне вообще не нравятся. Долбанем-ка. Ну, начнем, наверное, так. Это вот 300 тысяч, да, а у этих по 200. Главный, что ли? Ты босс их? Так, яд. Промах. Я практически ничего не почувствовал, скажу вам так. Насколько я помню, света не боятся и огня. И это все есть у меня. Держи. Держи. Ну и, конечно же, еще немножечко. Держи немножко добра. А хиливаться-то они неплохо.
Это, конечно, музыка, она заставляет задуматься о чем-то очень кошмарном. Такая угнетающая мелодия. Вирус, ё-моё. Как будто кошки скребутся на сердце, вот знаешь, такое вот ощущение. Мистер, может вы свалите? Не, походу он не свалит, он считает, что вирус и тому подобное его вылечит. Но вот походу нет, ты ошибался. О, отлично, нам дали отличный предмет. Хо-хо-хо, держи по жопке. А еще ребята отомстили за всех. Вирус, конечно, опасен. Но нам осталось получить одного, и мы со спокойной душой пойдем жить, доживать, как говорится, добра наживать. До свидания! Копим деньги, чтобы прикупить еще себе ништяков. Тихо. Сундук вижу. Это же сундук, я его прям вижу. Уголок или нет? Или это слизь? Похода слизь, походу, похожая на сундук. Дайте что-нибудь поджечь. А, во, отлично. И камень. Камень земли. Он здесь. Так, руки. Руки боятся света. Ну а мы его не боимся. Будем мочить руки. Да это свет. Держи. По-моему, ты пожалел о том, что куснул, да, наверное? Дружок. Отличный был урон, я думаю, что половина из них отсюда. Арбузик, отлично. Так, давай-ка мы сразу же тогда забафаемся. Я предлагаю бафать. Баф. Баф. Ну, я думаю, что эту я... Не, давай, ладно, бафнемся. Хотел сказать, эту птицу я добью, но ладно, оставим. Выводите. У-у-у, они же от света хилятся. Как неудачненько. Ну, но у меня есть природа, я как бы... Я готов. 7 тысяч. Ёлы-палы. Лес густой. Опа. Мое природное ниндзюцу. Удар колющих листьев. Или вот этот вот, например, проникающий кактус. А еще я могу вжарить свет. А, не, светом нельзя жарить. Светом нельзя, надо на этого начали убить. Так, сколько там у тебя хп? У тебя немножко осталось. Давай мы тебя добьем, наверное. Еще раз, так же. А, ну тут все умерли. Прости, Ланс, ты... у тебя не было шансов выстрелить. Готовился, Ланс. Но не тут-то было. Ммм, вкусняшки. Так, давай позырим. Может, что-то еще здесь есть, что взять?
Дай что-нибудь потрогать. Мальчик, мальчик, можно что-нибудь потрогать? Твою игрушку, например. Их тут двое, кстати, тут не один даже. Так, так, так. Их так, так, так. Еще раз. Пришло время для крученой, моченой атаки. Крученая, моченая! Раз, крученая, моченая. Мне нужна АУЕ, АУЕ, ООЕ. Я скучаю по тебе. Так, мне нужен еще огонь. Огонь, кстати, тоже огонь. И чем быстрее, тем лучше. Огонь. Вот так вот, вот так вот. Так, и еще бы желательно дать, обдать чем-нибудь таким, чтобы мы этих жуков поубивали. Они мне совершенно не нужны. У меня есть какая-нибудь ауеха на землю. Это ауеха? Нет. Природа их хилит, да? Да. Ветер еще есть, ты могуч. Но ветер я не уверен. Все, короче, убираем тогда ее. Уходи. Хи-хи-хи! Как заметно усилилась моя магия с тех пор, как мы стали путешествовать вместе. Это точно. Мы ее прокачали добротно. Твою магию. Ты стала сильна. Гордись собой. Какие-то мысли у нее там. Только не убить. А, у нас антипроклятие. Мысли какие-то, сопли, пистолет, летающие тарелки. А, вот он рассказывает кому-то. Так, ну все, до свидания. Это был самый легкий противник, наверное, из всех. Нам даже опыта за него толком не дали. Слишком слабак. Так, ну ладно, я рад. Мы вроде все собрали, что могли. Давайте сохранимся и будем атаковать, потому что, ну, тут обойти нельзя же, да? Этому вряд ли кто-то бы стал создавать такое, где можно было бы обойти. Так. Все просто как дважды два. Мертвяк плюс свет, мертвый мертвяк. Так, ну это дракон или это гидра? Это вообще непонятно кто. Изучам. Так, ладно. Сейчас изучим и побежим. Сразу же. Мотай! Ну красивый же дракон, ты посмотри, какая красавица. Драконье. Так, ну... Свет, это понятно, да? Зомби-гидра, это зомби-гидра, вы понимаете? Это гидра, которая была зомби. Это прям вообще отстой. Мне ребята написали в комментах, что надо было использовать червячка, который позволял нам уклонение повесить, ну не уклонение, точнее всего, антиуклонение повесить на монстров. Так ведь я сам могу вешать уклонение, и как бы мне зачем этот червячок? Я не думал, что в этом будет необходимость. Поэтому этого и не делал. Так, ладно, давайте будем мочить. У нас огонь, либо свет. На свет у нас все готово, так что я думаю, стоит на свет. Свет на свет. Я предлагаю забафаться сразу. Хотя не знаю, что они будут делать. Что они делают? Если отделить голову от тела, то ее уклонение увеличится. Если уничтожить одну из них, оставшиеся могут вырасти из замен на замену, да? Получается, уклонение будет расти. Давай и мы уклонение увеличим. Не думаю, конечно, что это хороший выход вообще. Атака довольно-таки странная. Минус максимум здоровья. Оу, фига! Это контратака была, что ли? Не, это вот этот ударил. Второй, да? Не, подожди. Ну да, так и было. Блин, я только забафал. Дурацкая атака.
Нам еще поймать его надо, надо про это помнить. Здоровья у них не так много. В принципе, 600 тысяч это не прям гигантская какая-то, неподъемная совершенно сумма здоровья. Так, ну у него, в принципе, я даже не знаю, вот у него нормальная точность, о, отличный дебаф. И что, ни на кого не подействовало? Серьезно? А почему? У них что, защита от точности? Да нет, вроде. Там же написано 100%. 30% сопротивления дебафам. Видимо, в эти 30% попало как-то, я не знаю. Пока так сделаю. А что, приговор не снимается? Он же тоже вроде как дебаф. Еще такая была идея, что типа две головы, так как они одно, ну, как бы составляющие одного целого, то поймать, естественно, гидру, пока одна голова из них, ну, пока голова одна не останется, ее типа нереально поймать, но вполне возможно, типа это было бы логично. Я согласен, логика в этом присутствует. Может быть, так оно и есть, а может быть нет, может быть игра не настолько продуманская. Я бы, наверное, вначале на нее вот тоже повесил. Давай повесим силу. Как всегда. Повесь силу, и ее убьют. Так, далее. Нет! Так, у нас приговор, один ход. What the fuck, что это было? Не убивай ее! Зараза! Что ты натворила? Уходи, ты плохая. Сколько у нас есть ходов на это, на все? Магический урон, и у него вообще его нет, то есть только единственная зарядная атака, и все, давай бить это физом.
О, ну чё так быстро-то? Да я только в прошлом ходу её убил. Ну какого пса-то? Ну ты чё, издеваешься что ли? Ну хотя бы один ход дайте. Я в прошлом ходу её убил. И она появилась в этом следующем сразу же. Просто, кстати, гидро такого не было. Они, по-моему, какой-то промежуток прям был временной, что можно было бы подсидеть. Не, ну ты, короче, давай удачи. Я не знаю, Ланс вообще неподходящий воин. Молодец, молодец. У него пока сейчас спал, да, все, берсер. Носи, носи, да? У нее там было. Ничего, я как-то переживу. Либо повесим... Давай, наверное, повесим на нее вначале, пускай она будет бессмертной. Я боюсь, сейчас, конечно, Натали забьют. Сейчас будет очень... Как-то мы, видимо, кританули, у него башка сразу отлетела, да, часть головы. Так, нам нужно приводить кота. Нам нужен кот. Не боюсь, что мы таким уроном ее все равно не прошлепаем. Нам нужно больше. Ну, то есть мы не сможем. Вот так вот, наверное, может быть, сможем своровать. Так, теперь попробуем. Вполне возможно, у нас ничего не получится. Просто попробуем, интересно. Думаю, не даст. Надо убивать. Она стала такой быстро, когда ей отрубили голову. А вообще, если ты скелет, шея тебе только мешает. Так, ну нам нужно так сделать, чтобы я не убил. Не очень хорошо. Не убивай. Воскресла. Так, теперь нам нужно сделать так, чтобы мы, во-первых, вначале кинули ловкость понижение, да? Минус уклонение. Может, теперь мы должны кого-то убить из них? Попробуем словить. Я не знаю. Походу это так не работает, короче, я понял. Походу надо все-таки убивать. Мне другого даже варианта нет. Давай убьем одну голову, да, и попробуем теперь поймать.
плевать, короче, и вообще. Ну это не по чесноку, вообще не по чесноку. Тогда надо еще больше, наверное, накидывать на нее дряни. Сейчас вторая голова влезет, да? Нет, смотри-ка. Так, тогда, смотри. Тогда мы делаем как? Мы берем вот так, мы тогда, еще раз, призыв, то через призыв будем делать. Окей, давай через призыв, тебе еще больше антиуворота, 50 единиц. Мне нужен кто-то, кто сможет проклятие повесить, например. Там какую-нибудь молчанку на тебя кинуть. 70% бессмысленно. Мы там близки прям. Конкретно близки, да, прям. Мы были очень близки, мы молодцы. Мы справились. Ага. Воу. Не надо меня так пугать. Что за скримеры пошли? О. Еще кость. Так, ладно. Точно здесь больше, да, ничего нет? Фух. О, не пугай так больше, никогда. О, еще ключик. Куда мне, интересно, его применять? Я там, по-моему, все поюзал. Хотя, может быть, не все. Я думал, сейчас, знаете, здесь какое-то сборище каких-нибудь еще маньяков появится, таких же. Так, ну мы справились. Так, далее. Мы справились. Теперь-то что? Где нам искать теперь последние? Ну, наверное, вот в этой области. Да, оно у нас закрыто. В нее попасть я вообще понятия не знаю как. Понятия не знаю. То есть, имел в виду, понятия не имею. Ладно, вот мы собрали три сферы. Мне уже не терпится. У тебя такое чувство... А, у меня такое чувство, что мы скоро покинем этот мир. Поэтому я просто наслаждаюсь моими последними часами на земле. И курит фильтр. Мяу. Так, мы собрали три штуки. Мы собрали всех людей, которые помогали. Ну, почти всем, да, кому квесты там всякие делали. Нам осталось, получается, найти последний... элемент, и он вполне возможно вот здесь. Но как туда попасть? Ну, наверное, как-то прыгая через эти вот телепорты. Сейчас попробуем. Так, а тут-то был простой проход, так что я не знаю, почему я раньше туда не попадал. Да, вот, пожалуйста, последняя сфера. Но я думаю, что давайте последнюю сферу мы заберем в следующей серии. Эта серия так получилась у нас довольно внушительная по размеру, мне кажется. Вы победили дракона. Тут наверняка тоже будут крутые противники, против которых придется сражаться. Ну или они где-нибудь здесь будут на местах телепортинга. Попрыгаем по островкам, пособираем вкусняхи. Ну и плюс ко всему заберем то, что нам причитается. Последнюю сферу. Но я предполагаю... Так, получена медаль картограф. Я полностью открыл карту. Я, естественно, сразу же не буду ломиться сюда, да, в центр, мы пойдем сюда, сходим вначале, здесь пощупаем. Хочу сходить сюда, пощупать, поставить эти вот добытые нами уже артефакты. Посмотрим, что это откроет. Ну и потихоньку надо заканчивать, я думаю, что будем переходить уже в сторону финала. У нас остались, в принципе, глюк, которого мы не победили, вот здесь, да. Данную локацию исследовать. Кое-какие, наверное, ключи кое-где применить. Ну и, пожалуй, все. Единственное, наверное, что я сейчас сделаю, это схожу еще раз в деревню, проверю, есть ли возможность у меня где-то еще этот ключ поюзать, который мне только что вот выдали. Да, есть, пожалуйста, вот здесь. Какая-то соль, молоко. Это даже не соль, это молоко. 1 миллион 300. Мы, в принципе, можем купить еще по одному. Я так думаю, что еще, наверное, по одному у нас хватит.
бафу каждого стероида. Здесь все. А походу в этой области мы все сундуки открыли при помощи ключей, по крайней мере, которые открываются. Так вот, можно купить каждого бафа по одной штуке, и я думаю, что мне должно хватить денег. Хотя по 2 по 64 тысячи, это у нас, ну да, должно хватить. Это миллион получается, 1 280 000, у нас уже больше с вами. Так что нам в любом случае хватит. Так, тихо. Гляну одним глазом, потому что, по-моему, мы здесь все открывали проходы. Да, раз, два, мы тут все забрали. Значит, да, да. Пойду куплю стероидов напоследок, как говорится. Наберу. Здесь, да, они продаются? И можно будет заканчивать игру, а на сегодня-то уж точно. Попробуем с вами все исследовать, все проверить уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее. Если это так, ребят, то, конечно, не забывайте поставить пальчик вверх, а также не забывайте подписываться на канал, ну и жмакать колокольчик, чтобы не пропускать интересных видео. Ну а с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока.